эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио с вами Елена Андреева. 26 апреля 2017 года в Москве в Государственном историко-этнографическом театре прошел Тирский пляс. В нем приняли участие казачьи ансамбли Москвы и Ставрополья. Концерт был приурочен к празднику Великой Победы. О том, что такое Тирский пляс, вы узнаете из этого репортажа. О том, как появился Тирский пляс в Москве, мне рассказал Михаил Горшков, один из организаторов этого мероприятия в Москве. Мы сегодня находимся на концерте «Тирский пляс». И я беседую с одним из организаторов этого проекта, Михаилом Горшковым. Здравия, Михаил! Здравия! Михаил, ну расскажите нам, пожалуйста, нашим слушателям Народного славянского радио об этом проекте. Что такое «Тирский пляс»? Ну, я в первую очередь, в 2015 году, 9 мая мы выступали, я увидел в интернете, заинтересовался творчеством Тирского пляса. Познакомились с Александром Машинцевым, это руководитель ансамбля «Гранат», песни и пляски. Мы провели посвященный дню 9 мая, это было в городе Железнодорожный, в городе Москве. Значит, потом мы прокатились до города Суздаля, были в Ивановской области. У нас стояло знакомство поближе, мы обсудили на будущие перспективы, задачи, цели. Ну и, знаете, не только хватает всегда задач, которых решать надо намного дольше, да. И мы сделали уже более мощное, значит, мероприятие. Это было в 2016 году, 13 марта, вот в этих стенах этого замечательного театра, где уже выступали уже ансамбли и клубы Ставрополья. Это «Гранат», «Наследие», «Чистая сила». Конечно, люди то, что увидели, многие, говорят, вообще просто, говорят, не ожидали. А вот именно, знаете, живая природа, вот этот дух, он терский. Терское казачество, знаете, это вообще, так скажем, очень заманчивая история, то есть интересная. И Лермонтов, и Пушкин побывали, да, вы знаете об этом. Лев Толстой. И много у нас еще написано, посвящено, вот, знаете, как, скажем, это, в школе еще читали книги, библиотеки, значит. Так, где «Гранат»? А где ты? Я сам как житель средней нашей замечательной полосы из Ивановской области. Мне было очень интересно. В общем, мы встречаемся в Москве в 2015 году. Это уже будет ровно 2 года. И вот, как я выше рассказывал, значит, у нас просто в дальнейшем возникли планы и, скажем, развитие, скажем, привозить новые коллективы, расширять это, значит, все у нас было, чтобы более, знаете, доступно для зрителя. Вот, как видите, сегодня они приехали сюда. Ну, приехал ансамбль «Гранат» и еще несколько замечательных людей, которые вот у нас есть и участники локальных конфликтов, то, что у нас происходило на Северном Кавказе, все об этом знают. В 90-х годах, 2000-х у нас здесь есть и участник вот этих событий. Какие дальнейшие планы у фестиваля? Расширяться, трудиться, знакомиться. Людям интересно, людям это полезно. Я думаю, все только начинается. А лично для вас чем стал этот проект? Знаете, это просто живой огонь. Это душа, это природа, понимаете, это то, что просто такого не везде увидишь. Просто не везде, знаете, таких вот. У нас вообще легендарное казачество, знаете, и донские, и кубанские, и многие, и в Сибири, и за Урале, да, и уральские казаки, и в Белоруссии, где только у нас нету. Но все-таки терские казаки, конечно, вот, то есть не хочу никого занижать или возвышать, но на юге всегда было неспокойно во все времена. И просто вот этот вот колорит, он передается, просто, знаете, это словами очень трудно выразить. То есть такого нигде больше не увидишь.
Михаил, у вас есть уникальная возможность обратиться к слушателям Народного славянского радио. Дорогие друзья, ждем вас. Следите внимательно за новостями в интернете. Везде все это есть. ВКонтакте. Есть группа «Терский пляс», сообщество. Пожалуйста, вступайте, подписывайтесь. Выходите на руководителя Александра Машенцев. Благодарю, Михаил. Желаю вашему проекту быть и быть добру. Я же могу сказать, что это мероприятие, несущее идею объединения и дружбы людей разных вероисповеданий, разных сословий. Казаки Кавказа привезли в Москву свою искреннюю любовь и свои горячие песни и танцы. Перед началом концерта в фойе зрители уже встречали участники мероприятия «Ансамбль Беседушка». Зрители и артисты начали свое единение через ручейки и хороводы, и чувствовалось искреннее тепло, идущее от сердца к сердцу и участников, и зрителей. Мне удалось пообщаться со зрителями до начала концерта и после. Оказалось, на концерт собрались разные, но любящие народные песни люди. Уважаемые слушатели, я беседую со зрителями. Здравия! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Родина Юля. Юля, скажите, а что вас привело сегодня на этот концерт? Сюда меня привел вообще сын. Потому что мы на протяжении уже не одного года отдыхаем в Тамане. Там есть замечательный казачий музей под открытым небом «Атамань». И нас очень это заинтересовало вообще. И фольклор, и славянский, и казачий именно. И мы часто ходим в этот театр. И в анонсе просто ВКонтакте увидели, что вот сегодня будет такой концерт вообще. И, конечно, сказал, что мама, обязательно пойдем. А сын когда стал заниматься народным творчеством? Ему просто это интересно. Вот, наверное, года 4 назад, когда мы стали, вот действительно первый раз ходили в казачий музей, посмотрели, вот ему стало это интересно, и он с удовольствием ходит вообще на все такие вот концерты. Как вы думаете, что это в жизни ему даст? Ну, вообще, я считаю, да, что надо знать свои корни вообще, откуда мы появились. Да, что было интересно нашим предкам, как они жили вообще. И те традиции, которые нам от них достались, надо, конечно, хранить и помнить. Что ожидаете от этого концерта? Ну, конечно, позитивные, положительные эмоции, конечно, заряд бодрости, вот этой солнечной энергии, которая, конечно, помогает потом на протяжении жизни справляться и с трудностями, и вообще общаться с людьми. Благодарю вас, Юлия. Искренне желаю вам доброго здравия и вашему сыну дальнейших успехов в жизни вам. Ну и, конечно же, самых замечательных впечатлений от зрелища и от концерта. Добро вам. Спасибо большое. Вам тоже счастья и здоровья. Как мне показалось, каждый готов был и рад прикоснуться душой к народному творчеству. И ожидания зрителей оправдались полностью. Атмосфера в зале была самой теплой. Зал поддерживал каждый выход участников. Мне посчастливилось познакомиться с удивительным человеком, почетным участником терского пляса, боевым казаком Курноскиным Виктором Ивановичем, который открывал этот концерт. Свою родовую кровь чувствуйте. Помните, я вам с утра сказал, когда начинался этот концерт? Здесь, с Москвы, избраны. Это вы. И мы вас приветствуем. А сейчас для вас... То обучение. Мы казацы, люди, обладающие энергией ци. У нас нет понятия жертвы. У нас нет слова «проблема», упор лежа за это. Через физику. Обиделся, 50 ведер в огород принеси полей. Быстренько ребенок прекращает обижаться всю жизнь. Все это разъедает нас. У нас есть только правда, наша правда. Наша совесть, совместная весть рода. Мы на Кавказе спрашиваем не какой ты национальности. Мы спрашиваем, какого ты роду племени? Как с тобой разговаривать? Если ты казацкого говоришь, значит, ты обладаешь энергией ци. Чтобы это все понять, это нужно все передать с крови детям, от бабушек. Самим стать примером своим детям. Не надо рассчитывать на кого-то, начните все с себя. Я пришел к Жукову сегодня в 6 утра на Красной площади.
он сидит на нашем терском жеребце. Жеребец, чтобы вы знали, это не конь, конь кастрированный. Он спокойный, как кобыла. Жеребец, это только Чингисхан, Жуков, великие полководцы могли им управлять. Полкан, конь, друг. Ну, сейчас это может быть джип, машина, как хотите. Все живое. Я принес не цветы, я поклонился памяти роду. Я пошел по Красной площади, этому центральному перекрестку, вы живете в великой энергии. Все лучшее с России сюда сходится, к вам, Москву. Вы интеллект России для нас там, для нас это Москва, центр. Я сегодня ходил с детьми по Красной площади, знаете, что я делал? Как раз развод солдат был, репетиция 9 мая, я сеял там пшеницу, сам вырастил, сам сеял. Требуй роду. Род! Мой род! Гордюсь родом. Почему? А потому что хотя бы сколько я мог, но я накопал 5-6 поколений своих предков. Сделали ли это вы? Что вы сможете рассказать в виде сказок были своим детям, внукам? Начните, пока не поздно. Сейчас даже Путин в системе образования. Как там у детишек? 4-й какой класс? Какое ваше родовое дерево, детям говорят, правда? Mm-hmm. Так вот корни, надежда, ствол, вера. Когда приходит ко мне человек и говорит, Саня, я ничего не понимаю, но смотрю на твои глаза, что-то я тебе верю. Я говорю, ты знаешь, это как в армии. Ты вначале тупо делай, раз ты мне веришь, а понимание придет потом. Так и наши дети. Они на нас смотрят, если хочешь, чтобы он занимался спортом, вставай сам утром. И занимайся. Ничего не надо сыну говорить. Ты с себя начни, чтобы твоя ветка, витье, перешло в потомство сильное, здоровое. Какой это удивительный человек и какой славный путь он прошел, что дарит людям сейчас, вы услышите сами и узнаете о том, что и после тяжелых испытаний человеческое сердце способно нести добро и свет. Виктор Иванович, доброго здравия! Желаем здравия! Виктор Иванович, расскажите о себе, пожалуйста. Ну, что я хочу сказать о себе. Далекие предки мои, сами с Дона, и царица Екатерина II их послала жить на реку Сунжу, на Кавказе. И вот мы там до сих пор живем, на Кавказе, несколько веков уже. А так казаки живут на Кавказе тысячу и тысячу лет. Я изучаю историю, был первым куратором в казачьем учебном заведении в городе Георгиевске имени атамана Плата. Учебное заведение называлось КВПЦ, Казачий высший профессиональный центр. И вот мне несколько лет пришлось работать там в начале 90-х годов. Вот затем я ушел. Я сам военный пенсионер Министерства обороны Российской Федерации. Инвалид второй группы. Значит, у меня есть увлечение, я пишу стихи, очень много стихов написал для себя, сказку написал, вот. Ну, что на пенсии делать? Естественно, все пенсионеры стараются куда-то поехать, где-то быть в каком-нибудь хоре, вот. Надо, ну, как будем говорить так, ведем общественную работу и жизнь, ибо она продлевает жизнь человека, потому что трудовая жизнь закончилась, наступила пенсионная жизнь. Вот мы занимаемся и в хор ходим. Вот Саша, руководитель, где Александр Машенцев. Ну, обычно он мне приглашает. Бывало, что я на концертах стихи читаю. Бывает, ну... Виктор Иванович, мне сегодня сказали, что у вас очень яркое боевое... Настоящее боевое прошлое. Расскажите об этом, пожалуйста. Я служил в казачьем батальоне имени генерала Ермолова, 694-й отдельный мотострелковый батальон, 135-я прохладницкая бригада, 58-я армия. В 1996 году, когда Радуев захватил город Кизляр, и вот мы были призваны, взрослые дяди из запаса, на переподготовку, значит, 20 дней нам дали на сборы, и после этого мы пошли в Чеченскую республику воевать. Вот. И батальон наш
прославился в делах, но в одном из боев, естественно, я в бою наступил на противопехотную мину, где потерял здоровье. Вот. Полгода лежал по госпиталям, подлечился. Вот. Здравствуй по нынешнее время. Песня помогает в жизни? Песня помогает, конечно, стихи помогают, которые я пишу. Вот. У меня есть стихи, которые я посвятил своему боевому товарищу, который вывозил меня с поля боя, вот, товарищу своему. А так, это естественно, бывает такое душевное состояние, вот, когда надо отвлечься, когда бывают боли головные или прочее-прочее. Естественно, когда это проходит, собираешься с мыслями, чтобы и начинаешь писать. Вот. Есть такие строки, что с песней легче на войне. Это правда? Правда. Значит, я, будучи уже лежал в госпитале, когда с госпиталя я пришел домой, батальон уже был расформированный, и, естественно, сохранились видеокадры о нашем батальоне, и где казаки сидят после боя, на аккордеоне играют, песни поют. Вот это есть история батальона. Виктор Иванович, а где-то публикуетесь? Можно найти ваши стихи, сказки, как вы говорите? Значит, я в 90-х годах публиковался у себя в Георгиевском районе, газета «Георгиевские известия». Я писал несколько стихов, одну песню, вел рубрику «История терского казачества». Но потом, когда получил ранение, я перестал этим заниматься. Пишу для себя вот так вот. Виктор Иванович, от себя лично и от наших радиослушателей низкий вам поклон. Низкий поклон, добрый до земли. Желаем вам здравия, желаем вам творческих дальнейших успехов и долгой творческой жизни. Благодарю, и вам также не хворать. Сильные, мощные голоса исполнителей, песен, боевые трюки казаков менялись на сцене. Не обошлось и без казачьих забав с участием зрителей. То, что боевые казаки владеют сверхспособностями и умеют очень многое, я слышала, но увидеть собственными глазами, как молодые ребята из ансамбля «Гранат» становятся буквально непроницаемыми для колющего и режущего оружия, ходят по стеклу, лежат на гвоздях, мне, честно говоря, много раз хотелось зажмуриться во время этого представления. Но вот закончилось действо на сцене. Дух патриотизма, любви к родине, идущий через песни участников, поднял с места весь зал. Концерт окончился. Но артисты и зрители еще долго общались в фойе, пели песни, фотографировались и ушли с самыми лучшими впечатлениями. Вот по окончанию концерта я беседую со зрителями, со слушателями. Здравия. Здравия. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей. В принципе, давно нашим, скажем так, даже с рождения, не знаю, может быть, с утробы матери, этим всем живу, болею, оно часть меня, часть моей жизни. И то, что сегодня, действо, конечно, новые горизонты. Емелина знаю, там, допустим, Пелагея в свое время хорошо начинала, потом как бы ушла в свою сторону, там, и так далее. Но вот свои наши песни, вот, допустим, для меня любимые... Помнится, в школе был интересный момент, когда начали спрашивать, какие любимые группы и так далее, там Абба, Бунеем, у кого что там. А я поднимаюсь, говорю, знаете, мне очень нравится хор Пятницкого, там класс выпал, все были под партами. Вот, учительница тоже так хихи, а я говорю, ну реально, мне это нравится. Вот, и поэтому с тех времен вот, для меня это вот радость большая. Особенно, когда наши песни, это когда идет от души, это резонанс, это все, вот, это жизнь. Тем более, что музыкальная школа тоже мимо не пролетела, извините, но это тоже часть. Какие впечатления от сегодняшнего концерта? Я говорю, самое прекрасное, позитивное, и особенно то, что ребята выступали, прекрасно танцевали, исполнение просто супер... Так что слов нет. Вот, пробирало? Эмоции. Да ну как это пробирало? Это резонировало. Ну как оно по-другому назовешь? Благодарю. Желаю вам здравия и добра. Благодарю. Я беседую с Кириллом Морозовым, руководителем казачьего ансамбля «Вольная Русь». Здравия, Кирилл.
Доброго здоровья. Кирилл, расскажи, пожалуйста, о своем ансамбле. Как он живет? Кто участвует? Участвуют наши родные казачки. Создался для того, чтобы пробудить в людях родовую память, чтобы за столом продолжали петься хорошие песни, которые еще буквально 15-20 лет назад звучали за каждым столом. Сейчас их нету просто. Это надо исправить. Как давно вы живете, существуете, и есть ли уже дальнейшие планы, которые можно уже озвучить? Конечно, есть. Планы очень простые. Развиваемся сейчас, потихоньку развиваемся, даже нет, не потихоньку, очень стремительно. И сейчас у нас новый проект, мужской проект, который называется «Фолк Ватага. Соловьи-разбойники». Осенью приглашаем всех к нам на новые концерты. Добавляйтесь в группу, будем вас информировать. Это живой инструментарий, у нас есть барабанная установка, бас-гитара, соло-гитара, балалайка, баян. В общем, будет интересно, хорош, и много новых хороших песен. Были ли сегодня какие-то ожидания перед концертом? И сейчас после концерта оправдались ли они? Ожидания? Даже не знаю. Мы всегда, ни одного не было ни веселого концерта. Ожидания были, что будет еще веселее, но, естественно, не оправдалось. Получилось еще веселее. Ну, не знаю, все так здорово. Все такие позитивные, улыбаются. Огромнейшая энергетика со сцены, со стороны зрителей. Вместе пели, танцевали, вон в забавы играли. Ну, я думаю, мы еще встретимся не раз. По твоим ощущениям, произошло единение исполнителей и зала? Без сомнения. Благодарю. Желаю доброго здравия и от себя лично, и от имени наших радиослушателей, и долгих-долгих творческих лет жизни на сцене. Ну, а я желаю, чтобы на вашем радио было побольше хороших русских песен. Быть добро. Сегодня собралось очень много интересных, необычных людей. И вот я познакомилась с Михаилом Купцовым, который изготавливает современную славянскую одежду. Здравия, Михаил. Здравия. Расскажите, пожалуйста, немного о том, как вы сюда пришли, и о том, чем вы занимаетесь. Ну, сюда я пришел по своему интересу. Терские казаки, мне интересно все, что связано с нашим народом, с историей его и культурой и так далее. Вот, значит, мой проект «Modern Slavia», он направлен на стилизацию всего славянского под современный лад и приданию всему современную славянской символике. Вот, как говорится, проект многообещающий. На данный момент это просто отдельная группа в социальных сетях. Сейчас идет работа над созданием полноценного сайта, интернет-магазина, который будет выводиться на национальный рынок. Вот там у нас будет представлена одежда российских производителей, вот, которая, скажем так, с разной степенью отношения к славянству. Это может быть просто обычная одежда, которая сшита у нас в России, которая, на мой взгляд, как создателя этого проекта, соответствует славянской традиции. Вот, то есть, мы живем в 21 веке. Я не считаю, что, допустим, если мы берем женскую юбку, то она должна быть до земли. Вот, но, наверное, значительно выше колен она не должна подниматься. Если мы берем верхнюю одежду, то, опять-таки, я не считаю, что абсолютно все должно быть закрыто, вот уже до кистей ладони, но и чересчур много открыто тоже не должно быть. Это чисто современная одежда, подраздел. Следующий подраздел, это, скажем так, современная одежда со славянским узором. Это когда на, так сказать, обычную одежду наносятся славянские узоры. Вот это очень спокойно, ненавязчиво. Кому нужно, кому это интересно, пожалуйста. А также другой, третий раздел, это будет предоставлен сугубо классика. То есть это вышиванки, это, как говорится, платье, скажем так, больше такого этнического характера, исторического. И четвертый раздел, там будут представлены все наши российские ательеры, модельеры, представители, как говорится, тех или иных модных тенденций. То есть, чтобы дать возможность проявить все себя, как говорится, как Маша из Таганрога, так и Галя из Ростова. Вот, чтобы человек, который что-то делает сам своими руками на территории России, он имел выход на национальный рынок.
Вот это общая концепция Modern Slavia. Первые дела уже сделаны, есть первые продажи у нас. Вот, за проектом «Большое будущее» сейчас идет работа по созданию полноценного сайта, полноценного интернет-магазина. То есть, другими словами, вы малыми крупицами вносите в современную жизнь, в современный мир одежды народные славянские корни. Да, можно сказать и так, при условии, ну, скажем так, что у нас, скажем, вернее, скажем так, у нас каждый найдет то, что ему нужно. Человек хочет, чтобы это была просто обычная одежда, которая изготовлена в России, как мы знаем, ну, как говорится, исходя из нынешней обстановки, это весьма-весьма востребовано. Я имею в виду сокращение импорта с другими странами. Вот это весьма и весьма востребовано. Вот при условии, что эта одежда, она имеет, ну, свои отличительные характеристики. То есть здесь, ну, нет сверхукороченного, нет сверхзаниженного, не очень приветствуется обтягивающее. Вот это самые общие моменты. Есть другой раздел, где на обычную одежду нанесена славянская символика. Нравится это, пожалуйста. Третий раздел, это сугубо уже этнические вещи, то есть это классическая мужская рубаха, это классическое женское одеяние. И четвертый раздел, это где представлены наши отечественные ательеры, модельеры и, как говорится, частные предприниматели по производству одежды. Вот это и есть проект Modern Slavia, которым мы занимаемся, скажем так, начали с маленького, перерастает все это в большое, находятся заинтересованные люди, инвесторы, и, так сказать, идет и движется, развивается по мере возможности. Как наши слушатели смогут найти вас? Значит, на данный момент я бы порекомендовал зайти в социальную сеть ВКонтакте и там написать «Modern Slavia». Вот, вы нас сразу найдете. Либо пишите мои инициалы «Михаил Купцов». Вот, зайдете на мою страницу, и там будет указано «Modern Slavia». Вот, но, поверьте, пройдет некоторое время, и, скажем так, те люди, которые интересуются современной нашей родной культурой, современной славянской традицией и так далее, они могут увидеть «Modern Slavia» уже в интернете в качестве полноценного сайта, который по сервису, по предоставляемым услугам и так далее может стоять наравне с «Wildberries», с «LaModa», другими сайтами, но имея свою позицию, что у нас только российская, что у нас есть определенные требования даже к самой повседневной одежде, что одежда должна быть свободная, одежда должна быть, ну, скажем так, иметь определенную длину, то есть здесь не будет чего-то сверхкороткого у нас, вот будет произведено из натуральных материалов. Вот это самое общее. Более конкретно каждый уже сможет себе найти по вкусу. Хочешь общее, пожалуйста. Хочешь больше славянского, пожалуйста. Хочешь классику, пожалуйста. Как говорится, наши модельеры-ательеры российские. Вот, пожалуйста, заходи сюда. Хорошо, благодарю. Желаю вам творческих успехов и большого покупателя. Да, вам тоже взаимно. Благодарю, удачи вам. Усталые, но довольные артисты собирались в дальнейший путь. Сейчас я беседую с участниками ансамбля «Гранат». Здравия. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Каликин Роман. Зорин Всеволод. Ребята, вы сегодня на сцене показывали очень удивительные номера с ножами, с саблями. Расскажите, пожалуйста, откуда это, что это за номера? Это характерничество, можно так сказать. Тренировки, ну, медитация, конечно, физическая подготовка тоже должна быть. И знание оружия, чтобы оно тебе не повредило. Это самое главное. Вот. Оружие, считай, как наш брат. Мы с ним на «ты», и оно нас не ранит, потому что он знает, брат брата не тронет. Долго приходится тренироваться, потому что когда на тебя сверху падает нож, или когда по шее, извините меня, рубишь себя ножом и не реагирует тело, это, наверное, очень длительная тренировка. На самом деле нет. Это просто настрой. Как ты настроишь себя, так оно и пойдет. Главное, все в голове. Вот. Тренировка особого такого сильного. Просто нужно по духу заниматься и все, что не физически долго, а эмоционально как бы, вот. А как попали в ансам? Так, ну, долгая история.
меня привела девушка. Вот. Мы посмотрели, она там выступала. Ну, я посмотрел на это все и подумал, да, что-то родное, что-то свое. Вот, и захотелось тоже попробовать. Ну, попробовали и что-то втянулось. Вот так вот. Правда, что пробуждаются родовые связи, родовые корни, родовые знания через ваше выступление? Меня отец привел в этот ансамбль 8 лет. Я уже в этом ансамбле порядка 7-8 лет. И я вот когда пришел, посмотрел это, и сразу почувствовал душа то, что это мое. У меня сам отец кубанский казак, мама терская казачка. Это все уже в крови. Осталось только проснуться. Ребят, я благодарю вас и от всей души желаю вам доброго здравия и долгих творческих лет. Спасибо, будь добру. Благодарю. После концерта я познакомилась и побеседовала с художественным руководителем терского пляса Александром Машенцевым. Этого человека очень сложно застать на одном месте. Очень деятельный, энергичный, несущий в мир не только народное творчество, но и философию добра, дружбы, объединения людей. И вот, уважаемые слушатели, я беседую с художественным руководителем терского пляса Александром Машенцевым. Здравия, Александр! Доброго здравия, добрые люди! Александр, расскажите, пожалуйста, так что же такое терский пляс? Терский пляс – это жизнь, терский пляс – это дух, терский пляс – это любовь, терский пляс – это горы. Кто может принять участие в этом фестивале? Фестивале жизни. Любой желающий, кто несет позитив, добро, у которого слова не расходятся с делом. Сегодняшний концерт оправдал какие-то ожидания? И были ли вообще ожидания? Ожиданий никаких не было. При подготовке было одно слово – победа. А сегодняшнее событие, совместное бытие, не концерт. Это поход терских казаков памяти предков. Это поход, посвященный 9 мая. Поход наш состоялся. Благодарим Москву. Благодарим московский фольклорный театр. Благодарим людей, которые пришли и нас поддержали. Мы все одно целое. Мы Россия. Александр, сегодня во время концерта красной нитью прошла вот эта философия мира, философия дружбы. Что вы несете своим проектом «Терский пляс»? Знаете, как говорят, слабый – злой, сильный – добрый. А Россия на планете всю жизнь сильная. Мы душа планеты, мы сильные, независимо в России сколько национальностей. Да, я славянин, да, я казак, но ведь все же башкиры, которые на Урале, все же другие национальности также могут сказать, если они несут добро, позитив, мощь России. Еще во время выступления артистов я слышала такие возгласы, как «Асса» и «Ура». Очень часто зрители, ну и слушатели задают такие вопросы, почему вот казачьи и кавказская музыка, они похожи? Они действительно похожи чем-то? И есть какие-то отличия? Отличия есть у всех. Как взять пальцы на руке. Мизинец отличается от указательного. Я с Кавказа. Для нас, для терских казаков, лезгинка – это, я не знаю, как для московских казаков, что-то близко. Это родное. Мы, терские казаки, себя не представляем культуру без лезгинки. И многие говорят, брать ту эпоху, казаки заселяли или что-то. Извините меня, давайте изучать историю. Казацкие роды всю жизнь жили на Кавказе. Всю жизнь пели «Арайда-райда». И как я могу прославлять наш Эльбрус, наш Кавказ, а кабардинец не может? Конечно, может. Но у него своя музыка, у него свой менталитет. У меня своя музыка, у меня свой менталитет. Соответственно, мы этим отличаемся, но живем мы вместе. Один хлеб-соль ломаем.
Дальнейшие планы терского пляса какие? Развиваться. У нас на печати написано «Быть добру, нести добро, строить позитивные миры, прославлять Россию». И всех хочу поздравить в преддверии праздника. Помните предков. Предки не зря пролили кровь, чтобы мы остались с вами жить. С праздником всех. С грядущим 9 мая. Благодарю, Александр. Здравия вам, добра и долгой-долгой творческой жизни терскому плясу. Низкий поклон вам за то, что вы делаете. Быть добру. Долгое время меня еще переполняла гордость за то, что я познакомилась с этими удивительными людьми, что есть в России замечательные люди через песни, пляски, поднимающие дух, наполняющие силой, красотой. Низкий поклон и долгой творческой жизни тебе, терский пляс. С вами была Елена Андреева. Вместе мы сделаем мир добрее.